Только у меня к вам просьба. Мы работать будем ночью. Вы ваши 20 рублей положите, пожалуйста. Ну, хотя бы в эту тумбочку. А на дверь замок повесьте. Когда мы там все вытащим, эта дверь освободится. Мы сюда войдем и заберем нашу зарплату. Только учтите, мой милый коллега, замок будет крепкий.